Сотрудники МЧС России по Тверской области продолжают проводить санитарную обработку социально значимых объектов на территории Верхневолжья. Так, недавно специалисты ведомства провели обработку железнодорожного вокзала Твери. Дезинфекция была проведена как внутри, так и на территории вокзала. Были обработаны все контактные поверхности в основных залах, включая зоны отдыха и ожидания, служебные помещения, места общего пользования, поручни и перила. Для обработки использовался водный раствор, безвредный для людей, животных и растений. Средство уже эффективно в момент нанесения. Активные элементы в составе оказывают разрушающее воздействие на вирусы, присутствующие на поверхностях.